Ярославский музей-заповедник может переехать в здание военного госпиталя на улице Андропова. По крайней мере, такой вариант обсудил губернатор с вице-премьером российского правительства Ольгой Голодец. Напомню, по закону до 2018 года имущество религиозного назначения должно быть передано епархии. Музей-заповедник, располагающийся на территории Спасо-Преображенского монастыря, обязан покинуть эти стены. Возможно, он обоснуется в нынешнем военном госпитале. Здание построено в конце 18 века. С 1812 по 1853 год в нем находилась мужская гимназия, в которой учился поэт Некрасов. В конце 19 века перестроено и вошло в историю под названием «Спасские казармы». Военный госпиталь сюда переехал в 30-е годы прошлого века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны. В недалеком будущем в нем могут появиться новые постояльцы. Руководство области понимает, что необходимо оставить музей-заповедник в центре Ярославля. С деньгами на переезд должен помочь федеральный бюджет. Куда перевести военный госпиталь? Этот вопрос необходимо решать с Минобороны.